Как сделать практику 3-5-дневной праны максимально эффективной? Медитации и какие дыхательные практики? Ну, это к Диме. Вот. Что можно включить, чтобы еще глубже копнуть, чтобы еще мощнее все действовать? А для того, чтобы ускорить вообще сам процесс голодания, это мощная чистка. И можно это усилить, можно это увеличивать. К примеру, когда человек делает дыхание волка, дыхание регенерации, быстрое дыхание, увеличивается его регенерация и увеличивается его очищение. К примеру, 5 минут дышит дыхание волка, а после этого активно переходит на задержку дыхания на выдохе. Сделал 5 минут быстрого дыхания волка, потом выдох, задержка дыхания и сидим, волевая задержка дыхания. Это усиливает процессы чистки. Но такие быстрые процессы чистки могут запустить очень большие процессы очищения, что организм может не успевать выводить. Это может выражаться то же самое вот как раз в кризе, когда могут пожелтеть желтки, либо сильная головная боль. Если пошла сильная чистка и организм с ней не справляется, тогда надо переходить на дыхание сокола, на дыхание очищения. Это секунда вдох, 7 секунд выдох. Секунда вдох через нос, 7 секунд выдох через рот. Организм при таком дыхании начинает вытеснять все блоки, все токсины, всю молочную кислоту из организма. То есть быстрое дыхание волка, дыхание регенерации, дыхание очищения, дыхание сокола, дыхание избавления от блоков, шлаков и токсинов. И вот на какой стадии вы во время голодания. Если голодание идет хорошо, легко, можно ускорить быстрым дыханием и задержками дыхания. А если уже плохо происходит, тяжело идет, тогда дыхание сокола.